Новогодний праздник от уссурийских депутатов. На всех избирательных округах дети и взрослые водят хороводы вокруг елочек, встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поучаствовал в народных гуляниях и глава округа Николай Рудь. Елку возле 13-й уссурийской школы окружила широким хороводом ребятня со всех окрестных дворов. Развлекали детей Мороз и его внучка, а также скоморохи из молодежного центра «Горизонт». Хотя до Нового года еще осталось несколько дней, участники праздника уже получили свои первые подарки. А главное, знатно повеселились. Эту новогоднюю елку, как и многие другие, помогли организовать депутаты Уссурийской думы. Глава округа Николай Рудь не только посетил новогоднее торжество, но и сам присоединился к радостному хороводу. На всех избирательных округах проводят аналогичные такие праздники с Дедом Морозом, Снегурочкой, ну и с теми персонажами, которые интересны для детворы. Новогодние пожелания какие, скажите? Ну, самое главное, конечно, здоровье, бодрости, смеха, радости, веселья. Ну и всего самого прекрасного и наилучшего в будущем году.